Всем подписчикам, просто прохожим привет, перед вами Майни, и сегодня у нас реакция на песню и анимацию по Undertale, называется Echo Animation, как-то так, давайте смотреть. Окей, анимация уже годная, сразу видно по первым кадрам. А вот песня, такое ощущение, что они использовали программу Vocaloid для синтеза речи. И очень плохо использую, мне вообще не нравится. Не знаю, анимация хорошая, но вот сам именно сама песня, мне нравится инструментал, но голос, который наложен, мне совершенно не нравится. Почему нельзя было пригласить на эту анимацию, ну, живого вокалиста? Даже автотюна обработать, как бы, звучало уже лучше. Но то, что я сейчас слышу, мне... Анимация классная, бесспорно. Инструментал красный, тоже бесспорно. Но голос, зачем? Масса явно хорошая, но не старались, это видно. Анимация хорошо сделана. И вот без голоса намного лучше смотрится на самом деле, потому что голос мне... Не знаю, как вас, но меня он раздражал. Он будто вообще не подходит. Он реально не подходит. Мы видим драку, Санса. С кем он дерется? Кто это? Я по Undertale особо не играл, поэтому не могу сказать что-то. О, Папирус или Папайрус, как его правильно называют. Голос отвратный. Ну, именно синтезированный голос. Я люблю вокалоидов, но там... но есть песни тоже с вокалоидами, которые отвратно звучат. Которые обычно фанатские. Вот, которые официальные песни вокалоидов, они классные. Там реально очень долгая работа над ними идет. Анимация хорошая, но голос, опять же, я буду повторяться в течение всего видоса, но голос мне действительно не нравится. Все же надо поиграть в Undertale. Все время, все времени нету. Сложно что-то сказать на самом деле в текущий момент, я как бы уже, наверное, все сказал. Анимация действительно годная. Да и сам инструментал очень годный. А вот голос опять же подкачал. Угу. Фух, так. Ладно, пускай титры будут. Опять же, оригинал в описании, ссылочка. Короче, очень-очень странный голос. Вот это все, что я хочу сказать. Но отличная при этом анимация, отличный при этом инструментал. Если интересно, эти варианты с этой же песней, но с другим голосом. То есть, есть ли уже умельцы, которые уже сделали кавер и так далее. Короче, если есть, то просто киньте в комментарии, я просто послушаю. Мне просто интересно, как это будет звучать с живым голосом. Все. А на этом видос подошел к концу. Ставь лайки, подписывайся на канал. Всем пока.